Вот мы приехали в Ходьковский монастырь, такое чудо посмотреть. Христос изобразился сам нерукотворно на доске. Эту досочку делали в Сергиев Посаде для иконы, но ее мастера забриковали, потому что швы вот такие вот как бы большие. Ее даже использовали как палитру, с той стороны красочку размешивали. И вдруг начал плеваться, а эту доску как раз готовили для изображения Иисуса Христа. Но забраковали ее. И вот такое случилось чудо. Христос сам стал проявляться. Видите, как четко видно. Я не знаю, видно здесь ли будет. Вот так вот Иисус Христос проявился на доске. Вот. И она как святыня, к ней люди прилагаются. Кто-то уже благоухание чувствует, ощущает. Видите? Нерукотворный лик Иисуса Христа. Мы сейчас, хочу повторить, находимся в Покровском монастыре, где покоятся мощи Кирилла и Марии, родителей Сергия Радонежского. Я думаю, видно, наверное, все-таки изображение, лик. Вот так Христос укрепляет нас. Слава Богу за все. Чудо какое, а?